полчаса назад забрали вот этого красавчика рыжего из транспортной компании. Привез в гараж. Ну, дико же интересно, живой он вообще или нет. Сколько он? Больше 40 лет провалялся по сараям, гаражам. Пробег у него всего 642 километра. Проверил искру. Искра есть. Налил шприц бензина. Все тут раскидал. Ну и... И вот так вот оно работает. Сигнал, сигналит. Габариты горят. Вот такое вот чудо техники. Отмоется, очистится. Получится красивый драндулетик начала 70-х. Ну, я думаю, я с ним сделаю еще одно видео. С этим мотороллером. Интересный агрегат. Тем более живой. Пока на этом все.